было, в принципе, не тяжело. Я встала в 4:40 и заснула. Я буду учить основы права. Здесь, в принципе, не сильно сложно. Время уже 5:16. Всем привет! Привет! Я тебя на таком красивом рассвете сняла там. Мы в нашем школьном туалете, это Амина завязывает шнурки. И у меня заложилась челка. Это очень сильно плохо. Дай фоточку. Геометрия. Мама, у тебя влог? What do you think about a new theme? In the first, it was difficult, but now it's easy. Okay, and you? Мне понравилось, в конце это не очень. Утром я ничего не получилось. Для влога меня... Короче, да, вот, я накрасила Амину. Ты действительно красила? Я ее как бы всю почти накрасила. Это я. Вот такой вот кипиш у нас здесь, вот свет стоит, да, тут пишут что-то. Вот, сейчас примерно такого формата будет. Вот, смотрите. Это Даяна. О, вообще как! Такие вот мы кроссовки. Шарики папе на день рождения. Посмотрите, как я лоханулась. На каждом шарике написано «Спасибо за сына». Сегодня у нас день учителя. Вот такой вот у меня outfit. Вот такой вот у нас кипиш. Да. Ну да, вот. Алатау и западный Тяньшань, это вот привет. Масса у нас в Казахстане южная часть. Всем привет. Так, это мезозон.
тортик. Короче, я сейчас учу вот этот вот отрывок из «Цыган» Пушкина. Вот. Угу. Завтра я с Аминой буду сниматься в рекламе молока на казахском языке. Я это выучила, но я запинаюсь, и я не знаю, как я завтра буду сниматься. Здесь у меня вот такая вот обстановочка, да. Уберу свои вафельки и ломтик. I think I just need someone older, just a little bit colder. Мы написали. Я не знаю. Я не хотела или покушать, или погулять, или без питаться. Спасибо. Лучше бы дегустацию. Мы уже сняли с рекламы. Участвуем. Мы участвуем. Мы можем ее укоротить. 3 минуты 12 секунд. Нам нужен мальчик. А? Нам нужен мальчик. Допустим, конфетки и девушка. Я забрала вот такое вот красивое колечко с Валбересом. Сейчас идем с мамой пить кофе.